Друзья, всем привет! Вот такой коробок приехал к нам очередной из Китая. Давайте будем его вскрывать скорее. Здесь должен приехать к нам тачскрин на планшет, который в процессе эксплуатации благополучно был разбит. Дисплей у нас остался целый, разбился только тачскрин, поэтому заказан был тачскрин по маркировке, как указано на самом оригинальном тачскрине. Видим, друзья мои, бумажечка. Бумажечка, наверное, с адресом, телефоном и разными контактными данными продавца. Стандартная просьба оставить 5 звезд за качество обслуживания, ну и благодарность за покупку. Вот так, друзья, я бы сказал, неплохо упакован, очень хорошо проложен. Давайте это все убираем в сторонку. Набор аксессуаров, да, отверточки идут. У меня уже таких наборов, наверное, штук 10. Но тоже приятно, если кто-то в первый раз заказывает, то ему не нужно никакие отвертки покупать. Этими отвертками один раз разобрать, собрать ваш девайс вполне хватит. Все, в коробке больше ничего нет. Убираем коробку в сторону. Эти все прокладки мы тоже убираем в сторону и оставляем на столе наш тачскрин. Смотрим. Я уже разобрал планшет, посмотрел маркировку на шлейфе. Маркировка у нас идет на шлейфе вот такая. Уже вижу, что она точно такая же, как и на моем планшете. В следующем видео, друзья, мы поставим этот тачскрин на планшет. Все тонкости сборки, разборки планшета будут показаны в следующем видео. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте лайки. Ждите ремонт планшета, замену тачскрина. Всем пока!